Остин, штат Техас. 911. Что у вас произошло? Остин, 126. Пожалуйста, ответьте. Капитан Стрэнд. Полагаю, вы в курсе трагедии, произошедшей в Остине. Никто не восстанавливал пожарную часть с нуля. Кроме вас, капитан. После 11 сентября. У меня не было выбора. Мы хотим, чтобы вы отправились в Техас. Вы нужны нам. Мы уезжаем. От создателей 911. После трагедии нужно начать с чистого листа. Новый сериал о героях. Я затащу это место в 21 век. Резюме поступает от многих хороших кандидатов. Уже 6 миллионов лайков. Карди Би вчера репостнула. Карди Би? Впечатлен. Покажем, на что мы способны. Освободите место для нас. Вы не в курсе, что я теперь капитан? Это он зря. Городской пижон заявляется и говорит, что они живут неправильно? В Техасе я теперь за главного. В январе. Пожарная охрана, расступитесь. Эй! Это вам не Гринвич Виллидж. Роб Лоу. Лив Тайлер. Потанцуем? Команда должна быть не просто хорошей, а самой лучшей. 911. Одинокая звезда. Смотрите на Lost Film TV. Почему тебя отправили работать на эту пожарную вышку? Просто я везучая, наверное. Я ошиблась с направлением ветра. Я должна была быть с ними. С ними и погибла бы. Такая у нас работа. Эй, стой! Не бойся меня. Да, я посмотрю, откуда кровь. Она не моя! Ты попала в беду? Кто-то другой попал в беду? Папа сказал, если с ним что-то случится, нужно найти того, кому можно доверять. Вам можно доверять? Мы всегда гарантируем результат. Так обеспечьте его. Коннор, те мужчины, которые преследовали твоего отца, ты видел их лица? Это они. Усложним им немного жизнь. Беги. И не останавливайся. Огонь уничтожает все на своем пути. Ты готова умереть за этого пацана? Глубоко вдохни. Задержи дыхание. И ныряй. Что дальше? Посмотрим страху в глаза. Те, кто желает мне смерти. Алексей Павлович, встречный пал. Стой! Ты куда? У меня такого сезона за всю жизнь не было. Вся страна полыхает.
Мне шестого нет. Без шестого нельзя. А ты возьми одного из этой толпы и сделай из него толкового и внимательного. Инструктор ты или кто? Все. Все, полетаем. Это кто? Молодой человек. Из нового набора. Пап, мне не 15 лет. Если я тебя еще раз рядом с ней увижу, полетишь один домой. Алексей Павлович! Нас расформировывают, вас отстраняют. Пожарный зачем пришел? Буду служить и защищать. Ты теперь в моей группе будешь служить и защищать. А этот Армагеддон нафига? Полетели? Вы меня сюда позвали, чтобы я типа с вами полетел, пожар увидел и понял, что профессия это с огоньком, да? Типа обжегся и домой свалил, так что ли? Я не испуглил. Молодой, ты там чего, гнездо бьешь? Все нормально, нормально. Отдыхаю. Огонь над головой! Ничего не спасешь, а люди погибнут. Из деревни нужно уходить. Как ты там? У тебя все нормально? Ни спутник, ни мобильный не отвечает. Там что-то произошло. Огонь сзади! Слушай, тебе страшно, это видно. Секунду огонь объял все вокруг. И тут вдруг из леса бежит медведь, весь в огне. Это самая прекрасная и самая ужасная вещь, что я видел. Я слышал, у вас есть вакансия. Ты не заблудился? Есть одно место. Знаешь, зачем мы тренируемся? Спасатели первыми встречают огонь. Мы морские котики среди пожарных. Дайте мне шанс, я не подведу. Рано или поздно огонь подберется к нашему городу. Мы тренировались 4 года. У нас есть все знания, вся нужная квалификация. Но без официальной лицензии мою команду и близко к пожару не подпустят. Я говорил, будет нелегко. Хочешь поговорить? Или снова будешь держать все в себе? Нелегко делить мужа с пожаром. Возьми этого грязнуля. Пока. Насладитесь этим прекрасным видом, потому что вы больше не сможете взглянуть на лес и увидеть в нем одну красоту. Если не это лучшая работа на свете, то я не знаю, какая. Что это? Огонь угрожает домам и людям. Нужны твои парни. Вот оно. Вы гранитогорцы. У меня родилась дочь, и я хочу дать ей то, чего не было у меня. Если огонь пройдет нас, то доберется до города. Пламя в считанных секундах. Это покажется концом света. Но пока вы можете дышать, есть шанс выжить. Она почти не видит тебя в последнее время. Ну, прости. Мы встретим огонь и спасем наш город. Давай! Вы все герои. Никто так не гордится своими детьми, как я горжусь вами. Тебе нужен я? Приди и возьми. Настоящие мужчины для настоящих женщин. Пожарка – это мое призвание. Я это чувствую. Знаешь, что обычное смертное дело, чтобы в пожарку попасть? Это иной мир. И ты в нем турист, а мы туристов не любим. Отставить! Горячим сердцам огонь не страшен. Боятся работать.